гонки на ледовых яхтах. В Риге на Гиш-озере состоялись всесоюзные соревнования по буерному спорту. На судах с парусами в 12 квадратных метров лидерство захватил мастер спорта рижанин Евгений Канский. Умело проведя все гонки, он вышел победителем в состязании. На буере монотип 15 чемпион страны Иван Матвеев. Его главный соперник – молодой ленинградец Юрий Юдин. Идет решающая гонка. Юдину не повезло, потерян ветер. Его товарищ по команде, заслуженный мастер спорта Иван Матвеев, вновь сохранил за собой звание чемпиона страны.